Сотрудники МЧС, добровольцы из Белорусского пожарного общества, волонтеры Брестского государственного технического университета и средней школы номер 5 решили лично пообщаться с брестчанами и гостями города, чтобы напомнить о последствиях неосторожного обращения с огнем в процессе курения. Ведь именно непотушенная сигарета зачастую становится причиной возникновения пожаров. А прошло мероприятие в рамках республиканской акции Министерства по чрезвычайным ситуациям под говорящим названием «Не прожигай свою жизнь». С 2 по 30 ноября на территории Брестской области будет проходить профилактическая акция МЧС «Не прожигай свою жизнь», направленная на привлечение внимания к проблеме пожаров и гибели людей от них из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Используя яркую атрибутику, ростовые фигуры, а также тематическую наглядно-изобразительную продукцию, наша целевая аудитория рассказывает о пожарах, которые произошли по данной причине, напоминают о том, каким последствиям может привести эта пагубная привычка, ну и, конечно, призывают граждан отказаться от нее. Ученицы средней школы номер 5 города Бреста Кристина Клочко и Анастасия Жанкевич посчитали необходимым поучаствовать в профилактической акции МЧС неспроста. Девочки не курят и другим не советуют, а, как известно, самый убедительный аргумент – личный пример. Курить – это вредно, не модно, это вредит вашему здоровью, поэтому берегите себя и своих близких. Мы приехали на эту акцию, чтобы показать людям, что чаще всего пожары возникают из-за курения. В нетрезвом состоянии. На территории городского автовокзала участники акции с плакатами и буклетами подходили к гостям и жителям нашего города, чтобы в доступной и наглядной форме рассказать, каким последствиям может привести неосторожное обращение с огнем при курении. Приятно было узнать, что большинство горожан и сами проявляют сознательность в этом вопросе. Уже, наверное, больше года и одного месяца, как я не курю. Вы считаете это своей победой? Конечно. Это не единственная моя победа, и дальше будет еще круче все. Потому что, когда ты не куришь, ты по-другому видишь эту жизнь, она более яркая, более красочная, и ты действительно живешь по-настоящему и дышишь свежим воздухом. Как вам наша акция? Акция грандиозная, на самом деле, не прожигая свою жизнь. На самом деле, ты ее прожигаешь, ты портишь свое здоровье, ты гробишь других людей, которые рядом с тобой. И это очень печально. То бросайте курить все. Прям сегодня. Людмила Лагодич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.